телевидение 70-х, как и жизнь 70-х. Для одних – юность моя, ты была или не была, а для других – покрытая пылью веков черно-белая картинка. Меняется все – и техника, и технологии, что-то становится классикой, что-то уходит безвозвратно, как удивительная телевизионная профессия – диктор. Дикторы не писали текстов, они их только начитывали. Но как? В этом и заключалась профессия. Приятный тембр, филигранность интонаций, безупречная грамотность. По речи дикторов, как по словарю, проверяли согласование и ударение. Особенный способ подачи материала. Вроде бы и отстраненно, но в то же время с такой легкой личной теплотой в голосе. Сейчас дикторов больше нет. Эта профессия уплыла вместе со своей эпохой, но у нас есть возможность услышать, какими они были. Портретные зарисовки конца 70-х, текст читают дикторы Витебской студии телевидения Галина Никитина и Вячеслав Прудников. Фамилия героини нашей следующей зарисовки весьма распространена на Леонтьевщине. Вот и в племсовхозе Крынке честно работает немало Павлючковых. А труд оператора машинного доения Надежды Васильевны Павлючковой отмечен орденами Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени. Имя ее хорошо известно не только в районе, но и в области. Не раз представляла Надежда Васильевна животновода Витебщины на республиканских и всесоюзном конкурсе профессионального мастерства. С каждым годом результаты труда доярки все выше. Вот, например, в минувшем году надоила она от каждой коровы по 3879 килограммов молока. Правда, ее подруга Раиса Григорьевна Амосенок надоила больше. Ну что ж, на нынешний год обе они взяли обязательства более высокие – надоить от коровы по 4100 килограммов. И планы эти, считает Надежда Васильевна, вполне реальны. А трудолюбие, добросовестности Павлючковой не занимать. Ей, дочери потомственных хлеборобов, качества эти передались по наследству. Эти качества она и ее супруг Леонид Иванович, уважаемый в хозяйстве механизатор, передают и своим детям.